Здравствуйте, в эфире интервью. Сегодня в нашем пресс-центре руководитель Омского приюта для собак «Друг» Татьяна Дугина. Поговорим о том, почему амичи стали чаще жаловаться на стаи бродячих четвероногих, о взаимодействии муниципалитета и частных приютов, а также о пробелах в законе об ответственном обращении с животными. Татьяна, здравствуйте. Добрый день. Ну, наверное, начать стоит с актуального. У нас в последнее время, этой зимой, в 2021 году, амичи стали гораздо чаще жаловаться на то, что по городу бегают стаи бродячих собак и порой ведут себя агрессивно по отношению к жителям. По вашему мнению, действительно ли это так? Если да, то почему происходит эта ситуация? Ну, я не совсем согласна с такой формулировкой, потому что, в принципе, нападений и покусов стало намного меньше. А вот именно возмущенных людей, что бегают собаки, даже если они не кусают, не лают, и так далее, но возмущенных людей много. А, здесь есть две причины: в городе одна ситуация, в области, к сожалению, другая ситуация и намного хуже. А, так как Закон у нас сейчас вышел о том, чтобы э, животных отлавливали, стерилизовали и выпускали на места их обитания. Э -э, этот закон исполняется сейчас частично и не всегда правильно. Начнем с этого, что, э, допустим, в городе собаки отлавливаются, стерилизуются, но выпускается не в места их обитания, э -э, а, скажем так, в абсолютно разные места. Ведь собаки, которые выпущены э, после отлова, они же не с другой планеты прилетели, не с другого города. Они и жили в этом городе. Но когда э, их отлавливали с, одно, с одного места и выпускают в другое место, ну, это крайне неправильно. Э, потому что часть этих животных, э, которые э, попали под отлов э, Бывают хозяйскими, но на самого голе. Понятно, что хозяева эти нарушают определенные правила. Да? Они просто так отпускают собак. И это плохо, и это неправильно. Но э, выпущенные собак, собаки у них. Есть возможность вернуться, есть куда вернуться. Собаки, которые отловлены в определенном районе, они знали, где найти пищу, где ночевать и не попадаться людям на глаза. Ведь не секрет, что бездомные животные зачастую боятся людей и стараются особо не выпячивать себя. А когда они попадают в незнакомое а, место, в незнакомую, скажем так, улицу, да, они не знают, где им поспать, а, где им поесть, куда приткнуться. И а, они тогда не расходятся по улицам, а какое-то время ходят именно той стайкой, которой их и выпустили. А, еще вот одна проблема. Собирают с разных улиц по одной, по две собаки. А выпускают зачастую стайками по 6 по восемь собак. Вот, как бы, неправильное исполнение закона приводит к возмущению людей. Ну, это мое, конечно, мнение. Вот, потому что ну, психология у собак, они всегда держатся стайкой а, в незнакомом месте. Потому что все вокруг чужое, кроме а, тех, кого они знают. Это а, то есть друг друга. Ну, естественно, они идут к людям, просят помощи. То есть становятся назойливыми, и не всем людям это нравится. А вообще вот... А, угу. Это самое. Продолжаем, да? А вот в области у нас как бы ситуация хуже. Ведь очень многие, скажем так, агрессивное поведение у нас получается больше всего в области. Поясню почему. Не раз нашему приюту приходилось сталкиваться, и не только нашему приюту, но и клиникам города, о том, что стилизация проводится неправильно. Некорректно. Скажем так, когда мы обратились к людям, которые проводят эту стерилизацию, они нам пояснили, что они исполняют закон. И выполняют стерилизацию в том плане, что они проводят обезпложивание животных. Ну, немножко анатомии. А, обеспоживание, да, это может быть и уколы, и перевязывание, скажем так, труп или еще что-то. Но задача правильной стерилизации – это не только обеспоживание, но и, как бы сказать, привести животное к тому, чтобы оно не течковало, да, не собирало свадьбы. А, сейчас там, в общем-то, стерилизация неправильна в чем? Что оставляются яичники и часть матки, да? Что приводит к чему? Животное такое течкует и собирает свадьбы. А если свадьба, это и есть момент агрессии. Когда животное становится агрессивным? Когда идут собачьи свадьбы, ведь на свадьбу собираются и бездомные, и домашние собаки, а домашние, которые сидят на цепях, они не боятся людей, поэтому они могут проявлять большую агрессию и защищать вот эту стаю, вот эту а, течкующую суку. Да? Поэтому проявляется агрессия, и поэтому появляются покусы. Если будет правильная стерилизация, а, вот этот аспект агрессии просто уберется, его не будет. Животное агрессирует, когда, оно, когда идут свадьбы, и когда оно охраняет свое потомство. Когда мы обеспложиваем животных, потомства нет охранять нечего. Когда, скажем так, не будет свадьбы, тоже а, агрессии будет меньше. Вот и все. Вот неточное исполнение закона, который придуман, замечательный закон, но каждый его читает так, как он хочет и так, как ему выгодно. Пока мы не будем исполнять этот закон правильно, верно, ну, будут вот такие проблемы. Татьяна, вообще, как вы относитесь вот к этой системе стерилизация, вакцинация, выпуск? Ну, представим, что она работает в полной мере согласно установленным законам, стерилизация проходит по соответствии да, тоже со всеми нормами. Вот насколько она эффективна и вообще гуманна по отношению к животным? Я считаю, что это самое эффективное и самое гуманное. А, наш приют этого добивался, грубо говоря, 12 лет. Сколько нашему приюту, столько мы и пытались внести это, и а, этот вопрос рассматривался, потом откладывался и в нашем законодательном собрании. Ну, в общем, большая была работа, как бы проведена, но всегда это не воспринималось. А, но теперь вот как бы у нас и появился тот закон, о котором, как бы, ну, вот наша организация точно мечтала. А, Просто исполнять надо все правильно, ну, повторюсь. Татьяна, ну а вот, насколько я знаю, вы животных сейчас не выпускаете приют друг? Мы нет. И не, не планируете, то есть так а останется? Нет. Содержание будут Понимаете, собаки, вообще в городе должны существовать определенные рамки, да, и должны быть приюты, которые, грубо говоря, вот сейчас муниципальный приют это если по-честному, это не приют получается, а именно пункт стерилизации. То есть решение проблемы бездомных животных. Чем больше животных стерилизуется, тем, скажем так, меньше у нас будет бездомных животных. Да? Ну, это, я думаю, всем понятно. Ведь животных стреляли, убивали годами, десятилетиями, и результата это не принесло. Вот. И сейчас популяция, в принципе, э уменьшается. Да? меньше уже поступления щенков. Э в общем-то, ну, из-за неправильного выпуска э да, люди возмущаются. И им кажется, что в каком районе не было собак и вдруг появились, да, им, конечно, кажется, что собак стало больше. Вот сейчас хотелось бы перейти на недавнюю новость э Появилось сообщение о том, что депутаты из Улан-Удэ разработали какие-то поправки к закону о содержании животных. Там содержится, по-моему, 10 пунктов. И на первый взгляд кажется, что есть логичные требования в виде регистрации обязательных животных, штрафа, штрафования людей, которые выбрасывают своих животных просто так. Но в то же время, по моему мнению, есть и какие-то абсолютно непонятные решения, например, по типу согласования покупки животного с соседями по подъезду. Но это же полный абсурд. Ну с очень многими пунктами, как бы не со всеми, я не согласна. А вот некоторые, как бы сказать, можно было рассмотреть только с другой точки зрения. А, ну, естественно, согласовывать с соседями, ну, это же ерунда. Если вы хотите иметь пять телефонов, вы тоже будете спрашивать а, у соседей: а можно я куплю три ноутбука или пять телефонов, или две машины, да? А, животное, да, это собственность. Ваша собственность и сколько ее иметь, решать каждому. А, ограничения, скажем так, ну есть один аспект, конечно, когда у нас не совсем, скажем так, здоровые люди да, начинают собирать животных, да, и животные там содержатся в жутких отношениях. Но это все должно рассматриваться индивидуально, да? вот, а не так, что каждый человек, кто захотел иметь собаку, должен у кого-то спрашивать. Вообще вот эти все предложения... По большому счету, они никак не влияют на популяцию бездомных животных. Они отворачивают людей да, от того, чтобы иметь животное. Это вот общий принцип всего, что там написано. То есть именно наказывать людей, которые любят животных и которые содержат животных, вот им ограничивают рамки. Но на бездомных животных это не влияет. Ну, скажем так, по поводу налога. Ну, регистрация, кстати, там вот и не предлагается. Но каждое животное должно быть зарегистрировано для того, чтобы навести порядок вообще и понимать, сколько у нас животных, какую-то статистику вести. А вот по поводу налогов, извините, если ты хочешь тратить деньги на животное, ты еще заплати за это государству. Смешно, правда? во-вторых, я бы, вот, например, предложила такой вопрос, что налог ввести не на собственность, а налог нужно ввести, э как сказать, на предполагаемую прибыль и обложить налогами людей тех, кто не стерирует свои своих животных. Если вы не стилизуете своих животных, значит вы хотите их размножать. А если вы их хотите размножать, значит вы хотите их продавать и иметь прибыль. Вот на это можно наложить налог, да? И тогда э, люди сами захотят не размножать животных сами. Тогда не будет лишних никому ненужных пометов. Тогда не будет выбрасывания на улицу. Э, э, я думаю, вот этот вот в таком контексте будет какой-то положительный результат в плане решения проблемы бездомных животных, уменьшения их. Ну, а, скажем так, у нас же не все заводят животных, потому что любят их, а, скажем так, много частных домов, которые используют собак для охраны территории и так далее. Вот не может ли возникнуть такой ситуации, что люди не захотят тратить лишние деньги на стерилизацию, и просто ну, выпустят собаку на улицу. Это же тоже ну, приведет к росту. Ну в том-то и дело, что вот как бы все вот такие ограничивающие какие-то эти это э -э, единовременно приведет к, естественно, к большому оттоку животных на улице. Вот. Но когда как бы допустим уже начнет что-то работать по серьезному, тогда уже ну как бы это придет в какой-то какой порядок. А, ну и не соглашусь с вами, что даже в частных домах, если человек не любит собак, он не будет ее заводить. Даже в частных домах, потому что, а, как бы сказать, этот человек уже пожалеет чашку супа. Да, или там, ну, животное, как бы, это не то, что объедки отдал. Любую собаку нужно кормить. А на, любую, на любое животное нужно что-то потратить. Да, какие-то в любом случае какие-то крупы, корма купить, и человек уже задумывается и сейчас. Вот стилизация, да, это один раз и на всю жизнь, да? А если а вот обложить людей налогом за то, что он имеет собаку, ну тогда сто процентов люди просто зачем им собака, никто не будет их и брать, зачем. Ну не то, что никто, ну процент людей очень уменьшится. В последнее время еще много обсуждается идея создания федеральных приютов для животных. Вы вообще ну, представляете, что это может из себя вообще визуализировать, представлять? Ну, как сказать, федеральные... Приюты нужны, да, которые бы а, вопрос, что все, что у нас идет федеральное, муниципальное, все, что идет государственное, отношения там в основном для галочки. Вот в основном для галочки, да. А, допустим, как вот проводится в район, по, по районам стерилизация, она проводится для галочки, а не для того, что а, эти люди хотят решить какую-то проблему, а, вот. Поэтому мне очень сложно сказать. Я могу сказать, что приюты очень нужны. Да? И, допустим, если поддерживать какие-то зарекомендовавшие себя приюты, финанс, была бы возможность финансово поддерживать такие приюты, например, как наш, как там, ну, в нашем городе не, не, не только мы, а есть еще серьезные нормальные приюты, которых вот если бы им дали финансы, например, хотя бы на зарплату сотрудникам. Это было бы большое подспорье, и тогда эти приюты могли бы крепко стоять на ногах и делать серьезную работу. Ну, здесь нужно вместе работать. Я вместе. правильно понимаю, а, что а, как-то, как бы сказать, ну. Сотрудничать, определить задачи, что делают эти приюты, что эти, что эти. Кто-то содержит пожилых животных, кто-то содержит молодняк, а кто-то вот проводит стерилизацию. Ну, а, то есть, и все они должны сотрудничать. И тогда было бы ну, прям шикарно. А пытались как-то пролоббировать эту идею в муниципалитете, ну, в администрации Омска вообще ведется какое-то обсуждение с местными властями? Ну, вопрос -то в том, что сейчас администрация этого города, она просто выполняет государственный заказ. Вот, и с правительством Омской области очень сложно сейчас разговаривать. Ну и сами понимаете, пандемия, очень много ограничений. И вот я очень мечтаю, прям вот и прошу, если меня услышат наши, скажем так наше правительство, что вот сейчас пришло время... Собрать какой-то круглый стол, что, в котором бы участвовали общественные организации, да, а, муниципальный приют, управление ветеринарии, ну то есть те, кто отвечает вот за все, что сейчас происходит, это те, кто придумывает нам правила: да, Министерство сельского хозяйства, а, Министерство природных ресурсов. Вот хотелось бы сесть за один стол и выработать стратегию, потому что. Два года, как уже издан закон, первый год был предварительный, этот год вот отработали, и сейчас выяснились определенные нюансы, которые нужно решать. Например, Повторный отлов собак с клипсами. Но ну, некоторых собак отлавливают по 2-3 раза. Не потому, что они злые, не потому, что они агрессивные, просто потому, что они кому-то не понравились. Просто потому, что некоторые люди не хотят видеть в своем дворе вообще животных. Никаких, да? Но раз заявка поступила муниципалы не могут ее не отработать. Это великое-великое горе, что никто не разбирается в данной ситуации, агрессивно животное или не агрессивно животное. Ну, потому что это очень сложно. Вот этот вопрос. Нужно создать какой-то ежегодный план для того чтобы сократить, да, какой процент ну, там отлавливать, не отлавливать, а сколько вообще не ловить, чтобы собаки с клипсами были защищены, ведь у нас очень много людей привозят собак на стерилизацию к нам, а так как они их кормят, так как они их любят, это а производственные территории, это гаражные кооперативы, а и вот, допустим, наша организация только стерилизовала а а тут же приехал Атов, опять их ловит. Да, ну зачем вот это вот? Это лишняя трата бюджетных денег. И э, таким способом мы не решаем проблему бездомных животных, а ее оттягиваем, решение этой проблемы. Ну, в общем, нужно садиться за стол, разговаривать, строить планы и работать вместе. Татьяна, спасибо вам большое за интересную беседу. А я напомню, это было интервью с Татьяной Дугиной. В студии работал Филипп Лебедь. До встречи в эфире.